меня слышно? Так слышно. Слушайте, алло. Да. А вы знаете, есть общие законы в развитии биологического организма и организма социального. И можно социальные болезни описывать в понятиях психопатологии. Есть такая наука, которая утверждает, что да. И это наука... Это наука... Семен Иван Наталья Елена Синергетика. Явление шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно, но содержание их становится совершенно бессмысленным. Родился на улице Герцена, в гастрономе номер 22. Известный экономист, по призванию своему библиотека, в народе колхозник, в магазине продавец. В экономике, дескать, необходим. Величина оторванная в область дипломатии дает свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только на семью на свою. Агония будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастрономы на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер 22, и замещаться по формуле экономического единства. У меня бывает, очнувшись от хаоса суеты небытия, суеты бытия, я понимаю, что мне выпала карта, называемое словом «жизнь». Как вы знаете, на декабрьском пленуме Центрального комитета партии наряду с высокой оценкой результатов и вот мы, живем, меняем молочные зубы на коренные. Вовремя обрастаем волосами, чтобы точно в назначенный срок обмереть. В назначенный срок облысеть. 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 И все это заложено в нас природой, и как сжатая пружина ждет своего неутомимого часа, неумолимого часа, неумолимого, неумолимого. 8. На экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на курсовую торговлю. На экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. Ну, в эту сторону двигаться взаимно. Взаимопомощи в труде. С борьбой за качество несовместимы небрежность. Что может быть более очевидно и невероятно? Добротно. Очевидно и невероятно. Телевизор выключен. Чем... Что может быть более очевидно и невероятно, чем взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего? Однако всего лет 100 назад физически... Однако всего лет 100 назад. Или вперед. Назад. Физическая картина мира строилась на представлениях... В представлениях, в
которых причины и следствия могли свободно меняться местами во времени. В этих условиях физическая возможность возникновения жизни выглядела сомнительной и вступала в противоречие. В противоречие со вторым законом термодинамики. Да, это тот самый закон, который утверждает фатальное возрастание вселенского хаоса. Зрение физики, и я вновь, уже в который раз, ищу свои истоки в грани, отделяющей хаос от порядка и причину от следствия. Следствия. Его знания, профессиональной подготовки. Это особенно должно волновать молодое поколение, на которое завтра я буду не заботиться. Умножение материальных и духовных сил нашего государства. Перед молодежью стоит задача постоянно овладевать последними достижениями науки и техники. И это относится не только к нынешним и будущим инженерам, техникам и другим специалистам. Многие к рабочему классу, к труженикам села. Глубокие изменения происходят сегодня в рабочем классе нашей страны. Еще 10-15 лет назад такие специалисты, как механик, квантовый генератор или плазморезчик, были героями, разница только научно-фантастических романов. Но то, что вчера было фантастическим, жизнь пришла самое образованное за всю историю поколения рабочего класса. Примерно 85% рабочей молодежи в возрасте до 30 лет имеют высшее, незаконченное высшее, среднее и неполное среднее образование. Это, товарищи, большое достижение. Растет производственник нового человека. В нем все гармоничнее сочетается физический и умственный труд. Это человек с широким профессиональным кругозором и мастерством, с глубоким знанием политических основ современного производства, способный быстро осваивать новейшие машины и технологические процессы. Все это, в свою очередь, по-новому ставит вопрос. Необходимо прежде всего, чтобы house music all night long. The mix. Размышления о порядке и хаосе
несомненно, самые древние на всем пути превращения гомо-обезьяны в обезьяну сапиенс. Вопрос в другом. Означает ли современный человек, осознает ли современный человек, что даже малые отклонения в причинах могут приводить организованную систему к непредсказуемым последствиям и в конечном итоге к хаосу. Жилах течет не кровь, а время революции. Молодых рабочих
колхозников и служащих. Вы понимаете? Время эволюции. Время эволюции. Это прошлое. Это прошлое взывает к настоящему. И настоящее зовет будущее. История социалистического строительства. Человек в определенном смысле структура диссипативная, а история человечества – процесс, явно автоколебательный, то ли от хаоса к порядку и обратно, то ли от трагедии к фарсу, ну и так далее. Единица. Двойка. Тройка. Четверка. Пятерка. Шесть. А я вот что думаю по поводу этой вашей истории человечества. Мы слишком рано отвели себе роль венца творения. Эволюция человека неразумного еще только начинается. А время, к счастью, необратимо. Электрическая лампочка горит от 120 кирпичей, потому что структура, так сказать, похожа у нее на кирпич. Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома. Вот конкретная дипломатия. Открытая дипломатия – то же самое. Ну, берем телевизор, вставляем в Мурманский полуостров, накручиваем там все время черный хлеб. Так что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого?